общеполитическая ситуация, она в городе стабильна. Накануне праздника у главы местного самоуправления напряженные деньки. Сегодня с утра в здании городской администрации состоялся прием почетных граждан города. Всего их у нас 150, а весной стало на одного больше. Звание почетного гражданина Петрозаводска было присвоено Павлу Коргану, экс-директору 17-й школы. Прием происходил в обновленном зале приемов, где два привычных изображения Петра I и Державина дополнены галереей портретов бывших градоначальников, в том числе и ныне здравствующих. Так что вот таким образом, само гуляние, ясно, что вроде формально больше шикарно, но практически мы не копируем.